четверг, где-то 18 часов. Мне там доклад полный пришел в выплате. В дальнейшем, когда же там глава района и глава села держит на контроле, чтобы каждый получил, естественно, заложил вам, то они деньги получили на счет по 75 тысяч рублей. Понятно? Подводите, чтобы там не было там вот таких ситуаций, которые в других регионах. Я предупреждаю по этому поводу. Ни одна служба за оформление того или того там ущерба, доставки не требует денег. Все бесплатно для населения. Все понятно?